максимум 3 хила хватит. Вы чё? Мы уже поняли. Мы уже поняли твою позицию. Все, блядь, я не хочу нахуй, просто не хочу этого босса вообще никогда видеть, блядь. Лучше бы его удалили нахуй с планеты, блядь. Это он леди? Да, блядь. Ничего, на следующий как раз. Короче, давайте, да. Знаете как, нахуй, просто КД продлим. Не, я шучу, конечно, мы не будем продлевать. Да нас же легкий босс. Да. Мы просто не взрываем духов и все. Просто подушку в следующий раз не возьмем. После леди ее возьмем, блядь. Почилит на замене. Заметь, люди просто предращились уже за 2 КД. Да, да, я видел. Пускай учится. А там, блядь, там страшно. Никогда не поздно. Давно не было, так сказать, не ругай. Не ругай, это просто не обращай внимания. Это у меня такая хуйня, я постоянно бубню нахуй. Мне, ну... Посттравматический синдром. Он просто старый, понимаешь, живой старый дед. Он бубнит. Да, блядь, пиздец. Это. Так, я в пушку. А, Слава, мы с тобой, да, будем танчить? Да, да, да. 200 гп это дохуя, конечно. Похуй. Это мое мнение. Смотрите, пожалуйста. Понедельник не видел, сколько давали. Да, в понедельник не видел, там пиздец. Понедельник 1004 разлетелось, гпшки, наверное, на всех. А мы посчитали, нет, что... Нет, ну я понимаю, типа, ну, духа хлопнул, рейд положил, блядь, тогда 100 гп, пожалуйста. Ну, типа, 2 духа, 200 гп за один трай, ну, это, ну, овер дохуя. Ну, как по мне? Леха, я с тобой интересуюсь. В топовых гильдиях, я тебе так скажу, дают 500 ГП за хлопок. Ну, и заебись. Чё? И чем? Там потом приходят играть дальше, вопрос. Конечно, блять. Там просто не хлопают, нахуй. И сразу убивают. Угу. Хочешь, я тебе расскажу, как Вензо было? Первый, короче, по-моему, на третий или на четвертый день траев леди. У Вензо была истерика. После того, как хлопали на первом трае, за каждого давали по 100 ГП, на втором трае за 200, по 200, на третьем на 300, короче, фигните. Максимум, что я видел, это было 1000 ГП. Охуеть. За раз. Зато на следующем КД она была убита с первого трая. Это за 1000 давали за всех духов или за каждого духа? За каждого. Это дали человеку за одного духа, потому что он был на каждом. Блять, это мне очень нравится, что вы пиздите, но тыкайте в этот сумон ебаный, блять. Да, тема охуенная, давайте... С доболом, бля. На туре. Пришел тебе сумон? Все, запускаем. Ранец. Деллеранцы оденьте. Проверьте все деллеранцы. Да, кстати. Проверьте реально. Войт, Войт, ты будешь прыгать? Я туда, да. Полидринк останется здесь. Да. А чё? Какой холидринк? Холидринк ретрик. Можно бафов там насыпать? Ну, я трэш вот. Чистить на нашем буду. Повар, а, ну чисти. Кулаков дать, там, горнов накидать, там еще что-то можно дать. Приста бафов насыпать. Насчет бафов я вам так скажу. Вот это залупу я не хочу слушать каждый рейд, чтобы бубнешь какого-то там, ну, любого игрока Биг Дэма, там, Мистери, нет. Синтека, блядь, каску, лапку. Я думаю, что это за 10 лет наслушался, блядь. Ой, знаешь, в чем прикол? Просто заняли полипавер и не бафают. И ну, начинаешь что, блядь, вручную. Без каски бить или как? Ну, типа, я бы сейчас не попросил, мне бы хоть бафнул, потому что я пришел последним. В общем, я про это и говорю, я вот эту хуйню не хочу слушать. Налаживайте как-то, ставьте полипавер или удалите нахуй его. Сделайте что-то, чтобы, ну, баф должен быть на человека. Он пришел, блядь, ему надо баф дать. Хотя бы просто рейд-чат читайте и все. Вообще. Сделайте отдельное окно. Все, летите туда, все. Хуярьте всех. Ты подкидываешь. Мага, приоритете быстрее зерганьте. По магу вы вообще урон не наносите. Вы вообще там, на корабле, сука. Я сейчас буду смотреть, кто на нашем остался. Кроме Холидринка. Что там много сильно. Там рарник, призон. Пиздуйте туда, вы что, ранцы не взяли? Во вторую пушку слева залезть, меня скину. Опа, здесь. Тут обычно остаюсь я и один паладин. И танк. Ну, все. Опа, иди на корабль на их. Да, ребята, блядь, видать, вы вообще не понимаете. Вы думаете, будете расслабляться на корабле, блядь? Вы сейчас здесь не будете расслабляться? Может, вам простую математику напомнить? Чем быстрее вы мага убиваете, тем быстрее мы корабль начинаем бить. Тем быстрее мы этого босса проходим. Хули вы на нашем корабле сидите? Вон, маг вышел. Зергами. 5 хилов с пятой пати.
всех идти войда. Чтоб, блять, у меня вообще прям 0,1 секунды не было пол хп. Вон там шаманы малые, можете кастовать, а Невен кастует. Там ману надо будет, ему зальем. На 5 хилет человек вообще невозможно сдохнуть. Меловица это пиздец нахуй, блядь. Не пизди, меня скинула. Ну это, блядь, это тот, кто пиздел там. Скиллованный игрок. Ну это еще ГП. Там, за... Еще ГП, да еще ГП. Рак получается. Получается, блядь. Ну это просто, наверное, просто решил прыгнуть с кораблями. Что-то попал. Да не, бывает, когда из пушки выходишь, туда ракета летит. А чё вы сдохли? Тихо, стопните. Стопните, блядь, улетайте с корабля. Улетайте, похуй, пускай стреляет. Улетайте быстрее. Сейчас надо стаки скинуть. Ману. Все, стоим, ждем, стаки скинутся. Эвакин, история, как вы сдохли, блядь? Инер, да из пушки вышел меня и упал. Да ладно, как это вы так получаетесь? У меня и от них летит, и все, и никак не падает. Просто не надо бегать, ничего. Инер, дайте. Пиздеть не дай. Вайп на кораблях, нахуй. Че прикольно будет. Идите, бейте, мага, че вы? А кто говорит Индер постоянно? У Хило вроде есть мана. Было. Ну, мало, почти. Вот я... А, залили. Да. Смотри, бронзоборот прыгает. Хорош. Мы с ним как Джек Воробей и Дэвид Джонс на мачте корабля бьемся. Видишь? Противостояние. Угу. Этот сундуком бегает, где сердце этого капитана летучего голландца. Вообще выкинула. Заходите, пожалуйста. В смысле, не лутайте. Все, пушки добивайте. Да. А, сука. Великая победа Орды. Сундук не открываем. Рисуй вагоны. Не прошел. А я мертвый, Илона дамажился. Ну ё-моё, и где я теперь? Ну, резайтесь, ТП-шитесь. Шкаф поставьте. Суманём. Всё, здесь. Нет, не все, не все, не все. Не все. А ты куда вылетел? Ну тыкайте. Стунг историю. Дайте, пожалуйста, кто-нибудь две штучки зелья дикой магии и баночку с маслом. Вот так ты приготовишь к рейду. Я так понимаю, блин. Попой, рейдер. Самый сильный. Да. Ну, это же фласки кончились. Есть в гильдбанке, нет у нас фласки? Да, у Воида бесплатно. Чё, все здесь? Можно открывать? Ебать. Чё там, труба? Две монеты и плащ. Ой, блядь. Охренеть. Труба там, да? Я понял, он короче. Хороший, я даже знаю, кому монеты пойдут, короче. Приму, да. Топ игрокам в рейде пойдут, сейчас смотри. Да? Блядь. Осколок. А вот плащ хороший. Вот подушки одну. Ну вот я плащ забрать или не забрать? А где меловица? Что-то я не вижу в аддоне, блядь. А тут я! Я понял, но я что-то не вижу. Да, давай мне на распыл, раз никому не надо. А где она? Я тебя не вижу, где ты, блядь? Мне-то 4-3 надо. Да, я заберу бесплатно. Первый пати.
Кому-то дал, хуй знает кому, короче. Не, я убил. И мне это дал, точно. Осколок. Да тебя нету, потому что в этой хуйне, блядь, в таблице. Да бери и топа, пиздатый плащ. Я подожду, он еще попадает, я знаю. Топа в топе. Правильно, печеньку рулит. Нафиг тебе плащ. А, печенька, а он ГП на вулталь, блядь. Я, чё ты мне обменкнешь? Чё тебе, фласку дай? Не знаю, да, нет, мне надо два зелья дикой магии и одно масло. Всё, фласки не есть. Это вы ГП на лутали, у меня ГП нету. Ты не пришёл просто, да, свинья? Блядь, зелья дикой магии у меня тут нету. Да настой у меня есть, ладно. Чё, в дисбанке нету, что ли, или что? По-моему, уже были. Я даже не знаю, если у меня тут доступ или нет, я обычно сама себе обеспечу. Но я сегодня с порога в рейд пошла, поэтому извиняйте. Вырубай, ты где? Рыбу дать. Есть у кого-нибудь масло, блин, на РДД? Ё-моё. Да, есть, да, да, дай обмен, где ты? Вот, прыгаю. Давайте 6 минут осталось у флага. А зельку? У меня 4 штуки. Надо перепить, потому что не успеешь. Ладно, спасибо. Должна быть. РЛ, не пока ты просишь, тут возле портала стоит шкаф. Тут есть два лока в рейде. Ты уже слетала бы, и тебя бы уже и засумонили бы обратно. Ладно, уже потом засумонили. Кто там с пятой пати в ДД будет? У кого с ДД есть? Зубруджин. Подамажишь на сурке? Он уже спекнул. Да. Ну, 4 хила пускай тогда будет. Ну что, проверка ДПСа? Угу. Долгожданная, блядь. А чего вам не хватает там Довакин, Зубруджин? Они все монету делят на удачу так. А что ее делить? А кому отдали? Самому. Ну что ты уже, там минут целая будет. Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Геншин, слышал, там у твоего класса ПСки есть. Ну так это не страшно. А зачем тебе меня видеть? Это ж не обязательно. У нас демон лок есть? Нет. Че нет? Нет. А когда будет? Мелочь, говорят ты. Маленький сильно. Понял, подушка, понял. Понял, принял. Летим на никакой, да. Блять, 20% на телефоне. Ну, ой, типа, нет. Блядь, это почти косарь СПД, блядь, для всех кастеров, он у нас нет монлок. Значит, сейчас ДПС, который вы дадите, будем прибавлять косарь ДПС сверху, правильно? Ну, 1000 СПД, это не косарь ДПС. Ты думаешь, у нас 5к ДПС? Ладно, тогда прибавлять будем 500. Давай, ты первый слон. Блять, прослата.
Саня, блин. Хеликоптер, хеликоптер. Что там? Да ничего, у тебя активация, как обычно, фонит, видать. Ты же по кнопке не умеешь. Зачем тебе активация, когда не релишь? Вообще не представляю. Ну, я раньше, я там, видишь, это говорил, блядь. А, ну. На полу хуёво. Сейчас не хочу после этого бот. После этого босса меня и команда поменяет. Ну чё там, ДПС и дохуя даете, что пиздите, блядь. Я так собрался всё-таки ебало идти имбить. Нет, просто я расстроен своим количеством приора. Блять, из травмы выходит, хотя бы не смотри. Не ходуха в голову эти. А во глаза не мозоли его. Пиздец. Когда там целка пойдем заново? В понедельник 5 ГП будем латать. Сделайте потом скрины ДПС, когда не буду делать. Давай синтек по НВ, ну инер. Бидон. Давай тотем. Геншин гимноманом. Сервак упал? Нет. Нет, нет. Нет, вроде нормально. Я вообще фризанул. Так, утопай, говорю. Два кина и ПС содержите. У меня частица на этом дрин батоке. Давай бидон два кина держи. А подушка ПС. Еще будет метка, я думаю. ПС самый картонный его верхить. Короче, вытянул нафиг. Сейчас, когда это... Давай, короче, этот подушка ставь тотем. Не ловится гимноману. И рави стинер пай на вену. Давай массакруху или дринг. Нету. Я в ДД. Ой, блядь, и холи дринг, а этот. Чё, я тоже не зыбку добавляю. ПСА 20 тысяч хорош. Мистери 20-ка. Спирит. История. Ай, да, блять. Давакин, блять, 18. Нет, Давакин, заебись. Мощный, да? Равист. Тримботок 16, не ловится. Ну, ГЦ, ГЦ, я ничего против не. Топа вылетел. Стресс. Вот элемы, почему элемы так понерфленные, блять? Лема вообще не дамажил почти на. Не знаю. Так, чарки у меня лим же урон чарки давал. 19-20. Ну на ком он давал 19-20? На каком боссе?
Это на погибели он давал. Так там, блядь, урон увеличенный. Погибель там урон увеличенный, ну. Там, если по КД на него будет этот баф вешаться, блядь, конечно, он даст столько. Или вам чарки давали 1080 ДПС, их убрали, все, ДПС нет. Так, токен героический на жреца. На Лока. На Лока, блядь. Смотрим, у кого ПР позволяет. Пятихатка, если что, напоминаю там. Мгновенно. Пять духов словил, блядь, как ты так хуёво играешь, ёбаный в рот. Обычный токен без ГП, кому надо там. Он Лингрен. И эти наручи. А у нас котов даже нету, у нас только история тут. Историн тебе нужен? Ну я бы взял. Нету. Ну, просто нужен, сотку, я не знаю, жать сотку. Да, что есть. Лучше не нажми. Ты выше, выше, чем этот, как он называется, чем синтекс на стрессом. Ребят, персонуйте потом. Ребят, летаю. Лингрен, отведу в био, одна минута. Я типа на танка заберу. Войт, можно у Даларан слетать? А я на мой. Я бы за 50 забрал, но, наверное, там все за 100 нажали. Ну, они за 100 нажали. Короче, что, есть синтек и на стресс еще. Да ну, да, это твои писовые наручи, блядь, я бой запался. Очень, очень хорошо, что вы пиздите одновременно, ну давай еще раз спросим. Да, медовица, давай, этот, на стресс приворот, синтек, давай, синтек на оф нажимает, а на стресс он будет носить. История за 50 хочет нажать, правильно? Не, я 100 нажал. Значит, тебе отдавать, да? Угу, ну они бисовые для меня. Ну все тогда. Ну ладно. Войт, можно мне в Доларен слетать? Да, да, все? Иди. Спасибо. Можете так. Вместо меня Паланта взять? В смысле, блядь, ты чё? Ролик или в ДЦ? А чё тебе надо, Синтек, куда? Мне? У нас сейчас проверка будет, потом, короче, всех косячников загнали... блядь, ну типа ты уйдёшь и не вернёшься или чё, блядь? Ну минут через 30 вернусь. Ну иди отойди, ну ты вернись, блядь. Я мордаун-то взял. Миловица. Чё ты не подамажишь? Подамажь пока. Опять? Не хочу. А надо, ты же топовый игрок. Я не люблю ДЦ. Давай согласись, что ты не топовый игрок. Я не топовый игрок, потому что я не люблю дамажить. Там этот, маг просился. Мага. Кстати, да, этот вернулся. Я дамажить, если лучше магу. Так, надо где-то подушку найти, где она. И чё, у меня в ШП оставаться? Да, будет. Получается, ШП. Только энхи, получается, из шаманов дамажу, да? Ну, у энхи проблема в том, что если двигаться надо, они ещё меньше лимов выдают. Чё, вы там на трэш собираетесь? Нет, эти хули вы там стали возле портала? Можно той же леди посмотреть ДПС энхи и элим. Да не, просто они делают как-то, блин, вот рейдуш надо, там, Эйлим, допустим, демон, но сделайте, чтоб все давали ДПС, просто чтоб зависело это. Не, ну Эйлим их вроде как собираются реворкать, типа, уже месяц, как обещают. Какой раз? Не, ну, типа, сделали такую штуку, ну, руки решают. Сам, ну, класс дамажит, но если человек там что-то не так делает, допустим, ну, это уже понятно, кто виноват. Ну там вроде кнопочки добавят, шоки будут все использоваться в ротации. Заманите, ребят. А ну погодите, не бейте, стойте. Я уже сагрил. Я уже не писал. Кого? Там аддон Вуду называется, там будешь видеть, кого сумонишь. Ребят, проведите трэш чуть дальше. Лужа действует от сдохшего поганища. И можно здесь пылить? Полидринка здесь пыльте. Спасибо.
Сейчас этого моба добьем, суманем и наверное мордаун, чтобы на собаках не сдохнуть. Ай, наверное, тебе не пришел суман? Нет, надо сумануть. Не пришел. А, ну тогда, ну ладно, надо чуть выше подняться, сейчас КД 20 секунд. Можем подождать. Вон Dream Bottle еще с шкафом есть. У него тоже шкаф есть. Вот ебани шкаф. Не пульте. А я тогда пока пофармлю, а то у меня сейчас осколков мало. Dream Bottle. А, ты души собираешь. Бани там шкаф. Ну сейчас, 10 секунд. Да. Так. Нажимайте. Угу, пришел. Точно никому друидовское тело не надо? Что за тело? Распорю. Ты про синтека, да? А, который тебе закинул на распил, что ли? Ну да, да. Там же какая-то поебень, дух крит, типа, да? У них же ТТГшное тело вроде. Сила СПД крит с духом. Ну это параша, я хуй знает, никто не носит, наверное. В конце рейда расплютали. Че, одна боешка, да? В этом пока рейде да. Пока. Ага, пока да. Что-то вообще в последнее время мало стало падать, ну, боя. Ведь когда неделю назад, да, ходили? Штук 5 или 6, да, с целкалпа? Два кольца, блядь, чё-то. На той неделе как происходит, да. В обычке, по-моему, да? Да-да-да. Там это, ребята, кто тактику не знает, там озаботьтесь перед следующим КД, перед Герой. Пока обычки идут там, прочитайте тактику. Чтобы вы на каждом боссе понимали, какие нюансы там вас ждут новые. Чтобы вам не приходилось рассказывать все это с нуля, все эти нюансы. Первое истребление не зыбку дам. Поставить ее так, чтобы периодический урон не проходил. Я такой хуйней не занимаюсь. Пусть потеют хилы. Правильно. Ну так а хули. Хули им еще делать. Тут не сказать, что такой урон прям космический, что, блять. Да, это хорошее место. Это типа как манекен для ДПСеров. Для хилов это собака такая же хуйня. Не, просто бывает еще, короче, получается. Два каста в одну секунду. Ну, в один тик, короче, и там некоторые падают. Ну да. Бывает. Бывает две собаки одновременно агрят. Вот для этого случая забагать собаку, типа, чтобы она не увешала, будет полезно. Ну, можно и даже две собаки вывести, типа. Просто нужен постоянный хил, чтоб по рейду постоянно ходки висели. После первого каста я сдам магнит небес, полидрин. Два ярдрушника, если это вообще топовая хуйня. Тоха, давай ты под следующий. Окей. Сколько там было? 347, да? Ну, 350 на там на сурке. Не пришлось. Сбегайте там и в ту сторону мобов приведите и активируйте. О, это с какие наступки упал? Должно быть 22 было. Опа.
А вторая где? Походу ее сняли. Ее сняли, да. А, ладно. Не снимать, это тут некоторые души фармят. С этих, ну, да. Фармится с этих мобов душа? Да. Да. Это ловушки. Ловушек фармят. Это непризванные. Можно тогда тех вон с краю тоже убить. Так, это мы два босса убили, с вами 400 я дал. Три. Так, ну, чё, этот, напомните, танком от пельменей убегать? Да. Да, вообще похую танком. Я думаю, тоже. Почему два? Что-то их убрали. Так. Чё, мне в ДД оставаться в этом долбанном? Ну да, оставайся, блядь, в ДД, хули делать, нахуй. 16 тебе так не нравится? Дороги не валяются. Я вижу шипы. Просто не вижу. Сейчас, да. Сейчас по ДПСишь, нормально будет. Так, ну вы знаете, полюбишь, значит, что делать. Кто у нас там? Бидон, давай ты будешь в кружке стоять. Зубраджин, давай ты будешь в звездочке стоять. Ну, Эдовен, можешь под боссом тусоваться, или как хочешь, чтобы автоатакой там резать. Ну и присты. Так, у вас что по спекам? Так, ты холик. Ворота рыба стоит, ребят. Ешьте рыбу, он за воротами стоит. Так, Геншин ДЦшник. Тут самая хуйня, это, вы стоите, значит, вот, звездочка, кружок, вы туда сбегаетесь на споры. Туда две споры должны быть обязательно, одна под боссом. И, это, спору словили и убежали, и стали на рейндж. Между собой здесь рейндж надо. Если будете больше трех человек блевать, это значит, вы нарушаете рейндж, стоите хуёво. Вот, ну, соответственно, это, вы можете и сдохнуть, и, ну, короче, не должно больше трех блевать. И будет зеленая параша прилетать. С зелёной парашей милики выходите. Вот. Вариантов много, как вам, типа, ну, здесь по тактике играть. Можно под одной ногой всем стоять, но тогда не будет видно, когда под ваши ноги будет лететь эта хуйня. Можете, допустим, первая пати под левой ногой, вторая под правой ногой. Ну, и немножко по разряженнее стойте, чтобы вы, когда под вас полетит эта пельменина, вы чтобы увидели этот зеленый кружок на полу. Его нельзя ловить. Сейчас я его себе это добавлю, нахуй. Потом буду вам показывать, блять, как вы ловили. Так, вязкая гадость, да? Блять, буду показывать, кто нубас. Вот отбегайте от этой хуйни, она замедляет скорость коста и скорость автоатаки замедляет. То есть вы будете вообще ДПС в ноль превратиться. Ну, так, тут же тучки работают? Кто? Да, да, тучки работают. Отлично. Значит, мы с тобой танкуем, Лингрен. Ну ты уже будешь забирать после едкой гнили. Я на едкую гниль буду... Я тебе еще каплю попрошу. Это, когда пол чистый будет. И это... Хилы, соответственно, когда последний стак это, газа с пола убирается, по танку больше работаем. То есть там будет отшибать пиздец. То есть волну включаем, там зубраджин. Бидон, ты давай щиток будешь на Лингрене держать, а зубраджин на войде. И присты там, смотрите, надеюсь, подхилите. Так, 8 стаков меняет, да? Не 8, а после едкой гнили, но я там скажу. А, ну ладно. Не помню, какой там стак будет. Призм, что у тебя? Мисклик. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. На стресс рарник стрелили пельмени. Как охуенно видно вас. Смотрите осторожно, споры. Блять, я дебаф от спора не ставил. Со спорой, которая под босса, поближе в центр босса вставайте модельку между ног, чтобы до танка тоже достал.
Два хила блюют. Подхильте, чтобы не упали. Два стака на боссе. Сейчас по танку еще больше будет дамага. В три точки споры поставьте. История, спирит, топа, хукмастер, холи дринк. Все под спорами стоите. Ой, блядь. И призм тоже. Вот этой зеленой хуйней словили. Вот сейчас его лучше должно быть видно. Отбегайте. Там хуйня в том, что если кто-то еще ловит, на ближайших распространяется. Я в это не верю. Да-да-да. Давай. О, а что, под босса не вынес никто? Ладно, капли уже не надо тогда. Готовимся, Айновен, прожимай всю хуйню. А, нихуя. Что это у тебя, блядь, отмены не было, что ли? Я не нажал даже сейва. Я не успел. Так, миловица, гимн на хп быстрее. Не успеваю. Собираю. Да, да, конечно. Пиздец, блядь. Рви стрессы, наверное. Иннер ему давай. Ставьте этот... Пельменин уставил зубрыджин, молодец. Вставалка есть? Бах, шатнуло. Я понял, блядь. Я все понял, блядь. Вот конкретно, блядь. Как там было сначала? Вот Айновен не прожал. А чего ты сдох? Ну-ка. Глянь, у меня не помню, забаговался, я не вижу. Не, ну не едкая гниль, это что-то другое было. На мне, скорее всего, дебафа не было. Возможно. Что-то я хуй знает, одна ветка гниль пишет. 50 на 50 жми всегда на этой херне. Так у тебя не было. Сколько у тебя спор вообще было? Я не заметил. То есть я не смотрел за этим. Ты не нажать? Фрейм. Ты не успел нихуя нажать? Я вообще ничего не нажал. Ну, значит, от этого я умер. От сферы. Ну, скорее всего, я дебаф не словил, и от этого умер. Хотя я у них там тут рядом был. Странно, почему? Мистерин как сдох. Блювать начал. А, да, точно, там уже хила не было. Ну, два виноватых, Айновен и Зубрыджин. Зубрыджин пельмень условил, от хила в ноль превратился. А ты не в курсе тактики, что ли, Зубрыджин? Я чат просто не читаю. Я же только что рассказывал, когда мы пуляли, тут от Геры отличается только тем, что урона больше у босса, ХП больше и зеленая параша прилетает. Остальное все как в обычке. Что тебе еще рассказать? Скажи мне, пожалуйста. То, что вон балкончика справа. Что зеленая хуйня прилетает, на полу подсвечивается зеленым пятном круглым. Тебе это что ли сказать? Справа на балкончике стоит, пельмени кидает. И они по КД летают, эти пельмени. С них надо выходить просто. Ты видел, как они летали, Зубрыджин, или нет?
А, ты не видел? Я не знаю, что дать трай, наверное, чтобы ты увидел, показать тебе. Тухлый на весь экран. Ну, так сделай, чтобы не на весь экран. Не знаю. Если у тебя тухлый на весь экран, то мне что сделать для того, чтобы ты с нами сыграл нормально? Мне что сделать? Ну ты мне объясни. Я потому что не ебу, как тебе помочь. Ты должен видеть пельмени, которые летят. Там проецирование текстур поставь, если они стоят. Под тобой будет появляться зелененькая лужица такая, куда пельмень летит. Нет, ну на профи как... Короче, Зубраджин, ты с пула там не хиль, посмотри пельмени, когда полетят. Сейчас все смотрите под ноги, когда первые пельмени полетят, вы скажите, Зубраджин, посмотри сюда, вот сюда пельмени, чтобы он увидел эту худю в воздухе летающую. Она как на профи, эта пельменина. Только разница в том, еще она подсвечивается. Вот как видишь, зеленый, желтый, оранжевый кружок стоит. Вот такой же будет кружок, короче, только зеленый. Лужа выглядит как на профе, когда он вкидывает колбы, ну, яд, короче, лужа. Только маленький. Кухмастер, ты тут? Да, этот пацан модем дернул. Сейчас зайду.